Этот самолет Серега делал сам. Да, его не надо. А он не летает? Сереж, не забывай горизонт, плавное движение стика. Резко не любит он. Да. Когда развороты делаешь, поворот, да? Вот, сразу, чтобы не завалить. Резко не надо. Видишь, он спалил. Горизонт старается. Когда поворот делаешь, здоровый, конечно. Вот, замечательно. Отлично. Вот так и сидит. Вот Юга забрал. Третьей двери нету просто. Заваливается, газку добавляет, это. Резко опять дергаешь. Плавнее надо. Вот плавненько и держи горизонт. Да. Семина машина на модели просто притягивает. Да не говори, слушай. Поднимай. Плавнее, резко не надо. Газку добавляй, когда лезешь в борт. Его самая сложная часть. Вот. Молодец. А у него какая батарейка там стоит? Ты... У меня есть две твоих, которые одна на хватит. Давай. И он место не нашли. Выше, поднимись немного. Это, выше. Артем, Серегу снимешь потом. Да. Все, сейчас грохнешься. Давай, газу ему. Опа! Ничего, ровнее, держи горизонт. Плавненько. Да. Ну, а вы там хорошо искали, может, поищем вот. Еще. А, про спины? Поищем. Вот, нормально, Сереж. Плавнее, да, плавнее левый поворотик. Все, пошел. Нет, ребят, если хотите чай, можно. Чай у нас яркий. Нет, я чай.